за встречу. Yes. Между первой и второй повтори еще одну. Мне реально страшно. Они сначала отказывались, а потом она наяривает от души. Лонка очень острая. I bought for the Pohela Buishak, Bengali fast day. Prime time. Вы видели, как мусор вылетает? Еще что-то, но это похоже на то, что я недавно видел. Я должен попробовать. Они забыли про меня. Я хотел сказать, как вкусно в это время харчок так вот сзади меня прям кто-то зарядил, пришлось. Еще какой-то напиток. Тут же рядом продаются какие-то корни. Они сами ничего не поняли. Друзья, добро пожаловать в Бангладеш. И сегодня на повестке дня вся уличная еда, которую мы сможем попробовать или хотя бы лицезреть. Потому что все пробовать я вам не советовал бы. Первое, что мы видим, это вот какие-то подливки. Чикен, yes? Чикен, рыба. Чикен. Короче, курица и рыба. Курица и рыба. И... Потейто? Из потейто? Папайя? Зеленая папайя тушеная. Thanks, my friend. Это креветка. Шримп? Это креветка, блин. Какая-то томат. Я увидел эту креветку. Вот так она выглядит. Come on. Thanks. Так, идем дальше. Ну, мы это не будем пробовать. Хочется попить сначала. Нет предвзятого отношения к еде. Просто не хочется. Еще какая-то уличная еда. Не знаю, что это такое. Манго? Mango. This is mango. This? Олив, олив. Олив. Еще вам накладывают в пакетики, вы это едите. Тамарин? Тамарин. Да, я вижу по волокнам. Чалка. Волокна мне знакомы. Любимые напитки здесь кокосы, но смотрите, у них какая-то форма непонятная. Или они их так подрезали? А, подрезали. How much one? 150 чака. 130 рублей. Это дорого. В Индии такой кокос стоит 50. Вот тот самый сок, ваш любимый. Получается, он выжимается и сразу на лед. Он может вот спокойно взять. И сок по льду стекает и уже холодненький подается в стакан. Hello. Sugar can. No sugar. Only water. Вот эти ребята не дают близко ко мне приближаться. Я заметил, они вот знаете как... Блин, чтобы не правильно выразиться-то. В общем, держит дистанцию. This is the bakery house. Closed. This bakery? Yeah, closed. Держит дистанцию, не подпускает никого близко. Вот какой-то food. Food dog. Они сейчас остановились и говорят, стойте. Мне. Я говорю, что случилось? Вон тот, вон дяденька шел вплотную к нам.
и они попросили его пропустить вперед. То есть он вилял за нами там, где ну, обычный человек не прошел ровно. Окей. После вкусного обеда можно и отдохнуть. Чтобы вы понимали, вот он спит на телеге. Я думаю, его доход 2 бакса в день. Хорошо, если. А так где-нибудь бесплатно перекусил. Выходные дни, работы нету. Только-только в рабочие дни. Еда называется джальмури. Так, это нут. Короче, нут это горох размягченный. Горох какой-то темный. Картошечка, лучок. Ну да, я правильно сказал. Нут. Перец, лук, чили. Какая-то жижа. You want? One portion. Okay? One. Я попробую, я их угощу, пусть они едят. Что-то с бутылочки сыпят. Ну, если так быстро проходит. Все, кидай, вообще. Окей. Кидай, не жалей. Все, кашка готова. How much? 10 taka. 8 рублей. А, это такие ложечки дают. Они сначала отказывались, а потом они наяривают от души. Вот этот дед нас преследует везде. This is danger. Опасность. Так, ну я попробую. Они так аппетитно наяривают. Give me, please. Little. Я другой рукой беру, они на меня все смотрят. Я не мусульманин, мне скидка. Ну, thanks. Ну, съедобное, за 8 рублей это съедобно. Это смесь бобовых. Сразу пить захотелось. И очень острое. It's spicy. Spicy, yeah. Нормальный перекус за 8 рублей, это... Неплохо, но нужно просто меньше остроты. Лонка очень острая. No. Thank you. Спасибо за перец. Я к нему клиентов приманил сразу, видите? Я подошел и бабки посыпались лихой. В общем, там, где я, туда деньги сыпятся. Но только не ко мне, как обычно. Еще какая-то еда. Тоже, опять же, горох. Два разных вида. Может быть, это даже поджаренный. Капуста, помидорка и кстати, огурец. Все это смешивают, дается. Ну, мы пойдем. This is brand new clothes I bought for the Pohela Boishak. Bengali fast day. You can use it. Very... Take it in your... Окей. Okay. I am showing you. И пока я монтирую выпуск с дегустацией различных новых блюд, вы, наверное, в это время наслаждаетесь на даче шашлычком. А чтобы на дачу ездить все лето без проблем, нужно делать техническое обслуживание автомобиля. И выгоднее всего делать через автоспот.ру. Тут собраны все предложения на обслуживание вашего автомобиля в вашем городе.
Заходите на сайт и сравнивайте, где сделать работы выгоднее. Для примера, цены на четвертое ТО для Renault Duster последнего поколения у некоторых сервисов могут достигать 30 или даже 50 тысяч рублей. Но благодаря автоспот эту сумму можно уменьшить вдвое. А если вы владелец китайского кроссовера и он еще на гарантии, то это лучший ресурс для экономии, поскольку все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов, а значит с гарантией будет полный порядок. Ссылку на сайт я оставлю в описании к ролику. Пользуйтесь. Prime Time. Вы видели, как мусор вылетает? Он просто из вот этой торговой точки вылетел на пол, на улицу. Не нужно больше ничего, наверное, доказывать. Не только государство в этом виноват. Весь уклад жизни такой. Но это не мешает нам попробовать всю уличную еду. Еще что-то, но это похоже на то, что вот мы недавно видели. One portion. Yes, one. For you. Супа чуть-чуть, бульончика, приправы. Если я умру, вот кто виноват. Он считает сегодняшнюю выручку. Нормально приподняли. Такая же тарелочка, такая же бумажка. Смотрим, как едят местные сначала. Salty, spicy. Spicy? Spicy. And very salty. Spicy. Not very, but spicy. Я должен попробовать. Я никак не зацеплю это. Это горох соленый. Ну нет такого резкого вкуса, это горох, обычный горох. Ну тоже нормально. Остроты нету. Пойдет. Еще какая-то еда. А sweet? This sweet? Not spicy. Spicy? Spicy. Spicy я поем. Green mango. Please, one mango. Come. Кто-то сзади ко мне пристроился. One порция. Все по 10 тако здесь. Ест нормально. Смотрите, опять я подошел сюда, опять здесь народ начинает прям видит белое лицо и начинает кучковаться. Вот хоть мух отгоняет. Ну вот, он поел и тут же выкинул. Я никак не посчитаю эти 100 так. Они забыли про меня. Это манго, да, зеленая, с какими-то приправами. Russia. Это кислая? Острая? Сладкая? Mango pickle? I know mango pickle. Это, как в Индии, пикл называется, зеленая манго, только в банках, и оно там больше масла, но вкусное.
бодряще. Мы, говорит, не хотим. Не знаю, мне понравилась эта штука. Бодрит. Типа energy. Я хотел сказать, как вкусно в это время харчок так вот сзади меня прям кто-то зарядил, пришлось подрезать видео. Это кайф. Здесь готовят соки. Да, местный коктейль. Сода, сода. Смотрите, кусок льда, он потихонечку тает. No, thanks, my friend. Лед тает. Вам наливают какой-то сироп. А вот эти вот лаймы зеленые. Смотрите, здесь какого цвета это, какой размер лайма. То есть у него форма вытянутая. И все это все взбивается. И начинаем пить. Я не буду. Спасибо, я уже попил. Алхамдулиллах. Они говорят, что он правильный мусульманин. Таблик, иншаллах. Муслим. I know. Короче, я его не понял. Я ему говорю, он меня спрашивает, говорит, ты мусульманин? Я говорю, нет. И он упоминает Киргизстан и Узбекистан. Но он на арабском говорит, даже они не поняли. Я Иса алейхиссалам. Слушай, они со мной на местном разговаривают. Как Чарли Чаплин, немое кино. Ну, все пьют этот напиток. Вон, видите, руками потрогал. Эй, я прошу, там потом. Ну, блин, люди не брезгуют. Вот здесь для них это норма. То есть это, ну, нормально. Thanks. Еще какой-то напиток. Дитюш или дитуст. Это что-то с творогом. Можно? Little. Чтобы не обидеть продавца, придется попробовать. Если убрать тот пункт, что он там ковырялся руками, и он второй там уже ковыряется руками, то это вкусная штука. Это похоже на топленое, на, блин, не ряженка. Короче, снежок. Снежок с творожком. Главное, чтобы этот снежок... Very much famous, special and good. Короче, такой. Ну, для любителей молочки это зайдет. Бля, куда? Куда кинуть-то? Зайдет. Пойдет. Им залетает. На ура. Деньги, мухи. Бэушный стакан. Вот видите, вот нет вот этой культуры подачи. То есть для них это норм. Были бы перчатки, были бы для денег, были бы. Для денег другое место какое-то. Вот он этими деньгами дает, смотрите. И этими же деньгами он будет накладывать творог. Вот в этом большой-большой минус. Тут же рядом продаются какие-то корни. His name? Корни с мухами. Матна. Укололся? Mm-hmm.
мои, они сами не знают, что это. You know? Что там? На, дурси, адуруна. А, дурям, я кайна. Мы еду едим или пугаемся? Ну нет, чё? Ну, колючая она, да. Ну, эти отпрыгну от неё. One, please. Hey, one piece, cut and cut. Photo. No photo. Сейчас там почистят. Субмуку капец. Эк пис фото. Аре жида се да эк пис кунда. Не фото, фото. Директор биштега. Биштега директор все сюда трай кое-таки. Биштега. Голос как у робота. Там что-то посыпалось. Я вообще не понимаю, что за... Они сами ничего не поняли. Что это за еда такая? Как это? За еду нельзя говорить. Плохое, поэтому не буду говорить. Просто никакого вкуса. Ты просто что-то погрыз и что-то выплюнул. Короче, не знаю, я. Not good. Что же? Ты бы меня рассмешили, ребята. Всегда все находится рядом. Тут же есть салаты. Mango. One, please. One mango. Mango. One. You want? No. You? No. Здесь женское белье нижнее. Pineapple. Блин, опять куда-то, где-то он помыл его. Ой, ёп. Очень кислое. Ну, прикольно. Такую жару хочется освежаться. Матнат. Матнат. Бетос матнат. Макна? Нейм? Макна. Вот эти орехи. Это макна. Угощайтесь, ребят. Я еще кусочек съем. Мне нравится мало. Во всех его проявлениях. Не жалко зеленое сорвать. Прикольно. Сегодня переходим на манго. Манговый Денис. Ребят, вы будете манго? Не, мы не будем. Good? Good. Fresh. How much? Тентака. 8 рублей. Блядь, меня мухи облетели. Сколько это? Возьми, все равно мне такие не нужны. Мухи лепят ноги. Вот он чистит, как дедушка. Он их, получается, очищает, и вы подходите. Ну, не знаю, какие-то, наверное, питательные вещества из этого есть. Все. Так, все. Ком? Да. Next place? Next place. Устал.
Арбуз я не буду, потому что их тут, блин, ну, там 500 рук трогает. Ну, давай. Короче, у нас сегодня уличный... Но он руками обмацывает. Ну, с каким-то приправами он его тоже готовит. Не будем пайнэппл. Не будем. Это вот, я не знаю, как они называются, пури, наверное. Индийское. Пури? А, ну я угадал. Блин, кто-то сел на меня. В общем, в эту штучку добавляют соус. Кисло-сладко, солено, горький, острый. И выпивают. Здесь такие красивые бананы, сочные цвета. И он очень красиво их нарезает. Мастер своего дела. Освежает. Срез. Так, ну здесь перекресток. Семи дорог. Вот такие еще автобусы здесь есть. Здесь? А, мы еще на... Мы на нем и поедем. Скорее всего, на металлобазу нас примут. Здесь в каком состоянии катаются? ГАИ, проверки, не проверки вообще. Кто это придумал? Вон находится мечеть. О, такие разные цвета. Покрашены переходы. Загрузились. Женщина прям по музыке идет. Такие местные цыгане говорят. Надо отсюда быстрее трогать, здесь вонище стоит. Мы прямо возле нее находимся. Этот водитель не разрешил садиться вперед к нему, поэтому мы втроем. Опасно, знаете, что в этой клетке при ударе, при аварии ты хотя бы вылететь должен. Здесь ты никуда не вылетишь. Чувак, быстрее трогайся, пожалуйста. Наконец-то свежий воздух сейчас пойдет. Видите, какие местные игры? Вот этот вот чувак просто сейчас разогнался и вот в этого стукнул. То есть одна машина в другую стукнула, а он что-то разозлился на него и назад начал сдавать. Шутки по-бенгальски. За встречу. Один пьющий, один не пьющий. Я понял. Один пьющий, один не пьющий. За обеззараживание. Они на меня так смотрят, как будто я эти какие-то делаю. Аттракционы, выполняя сложные трюки. Yes. Между первой и второй повтори еще одну. Yes. Между первой и второй еще по одной. Yes. Я пью только воду. Ради интереса я произвел подсчет. Около 6 литров воды уходит в день, ну, на меня. Я пью точно больше, чем местные. Вот 6 литров стабильно. How are you? Nice. Вот что-то готовят. Видим. Сразу видим. Мы такое уже видели. Это мини-пирожки. Бля. Давайте не будем пробовать. Это очень вкусно, я верю. В общем, там, где скопление людей, там всегда что-то готовят. То есть вот прям вот, если это какая-то остановка, то обязательно будут люди.
здесь тоже что-то готовят. Блин. Перчатки вообще никому не нужны здесь. То же самое. Лаймы очень интересные. Я как путешественник, у меня рюкзак, камера, стабилизатор, штатив, 17 тысяч объективов. Наверное, я лучше поем огурец. Это тоже уличная еда, то есть one piece. Можно заказать огурец, можно, он меня видел, молоденький выбрал. Его вам зачищают и, по-моему, посыпают какой-то приправой. Нужно? Тес. How much? Сейчас нам покажут сколько. Давайте дедушке больше дадим. Дадим больше. Thanks. No. Thanks. Вам. Так, ну вот так выглядит огурец. Приправа внутри. Когда Денис радуется огурцу. Hello. Я занят огурцом. Как мало человеку надо. Огурец. С приправами. Это лучшее за последние 2 дня. Свежий. Это уже радует. Блин. Вот сейчас бы кусочек горячей лепешки и все, и хватит. Началась молитва. Здесь с этим строго. Сколько раз положено, день столько и звучит. Здесь, видите, не слышно соседнюю мечеть. Обычно вот прям 2-3 там небольшие опоздания, там пару секунд, прям со всех сторон такое эхо получается. Я не пойму, кто их носит в такую жару. То есть вот сейчас здесь 43 градуса, бешеная влажность, и они кому-то и понадобятся. Кому-то, но не нам. Нам нужно перейти. Так, стоп, здесь не работает. Перехода нет. Такие вот здесь моднявые переходы. И еще я заметил, здесь очень мало кокосовых пальм. Здесь нет обезьян, вот сколько я катаюсь по Бангладеш, я их не вижу. И нет бурундуков, которые по пальмам прыгают. Они куда-то пропали. В стране грязно, но в таких местах очень чисто. Ни одной бумажечки, все вылизывается. Все как положено. Свернул на какую-то улицу. Вроде бы здесь что-то все едят. Но непонятно что. Что это чаек, какая-то плюшечка. Я просто на самом деле сладкое не люблю. Утром видел, сегодня пили чай и ели какие-то сдобные булочки. Но булочки это не наши. Он что-то делает с яйцами. Наверное, их предпродажная подготовка. Он их просто моет. А, они вот такие вот. Он их превращает в красивые. Делает красоту.
Здесь вот что-то едят. Блин, с таким питанием сил на жену даже не хватит. После огурчика-то. Какой-то горох. Мы это все видели уже, в принципе. Так, эта еда нам знакома. Чем больше я здесь нахожусь, блин, сколько он несет-то, тем больше мне хочется вот такой, знаете, уже не то что кусок мяса, просто кусок курицы схватить. Наверное, hello, my friend. С такими лицами, hello. Дядьки угарные здесь. Вижу яйцо, огурец, какие-то макароны и noodles. Give me, please, one egg and noodles. One portion, okay? С горем пополам заказал. Не разговаривают ребята на бенгальском, поэтому тяжело нам. Нормально я так спрятался, меня никто не видит. У меня просто вот слишком яркий цвет майки выдает, а так я почти сливаюсь с места. Слушай, да это биг порция просто какая-то. Спасибо, ребят, большое. А, можно кюкюмбер? Кюкюмбер. Яйцо маленькое, но оно поджаренное в чем-то. И салат. Сразу знаете, да, что делать нужно с лаймом? Но он что-то сок не дает. Облить огурцы. Суховато, конечно, но вкусно. Ну, лучше, чем огурец. Посытнее будет. Я остановился здесь и... сразу здесь прям вот точка начинает обрастать клиентами. Потому что съедобная тема, реально съедобная. Даже морковка есть. Всем интересно посмотреть, что же он ест. Если бы не мухи, то вообще все супер. Они лезут в тарелку, их очень много. Денис взмокший. Я не помню, что-то острое. Перца нет, но все острое. Или яйцо. Или еще что-то. По ночам мне начинают сниться хот-доги с мягкой булочкой. А вот рядом едят чикен рай. Эк, короче. Что-то с яйцом. Я не понял. Вот этот дядька тоже макароны ест. Ну, дядька помладше меня будет. Но все равно. Соседу принесли как раз вот сейчас чикен бриани. Картошка, огурец, курица, рис. Здесь все едят руками, только один я вилкой ем. Еще знаете, что меня напрягает? Вот некоторые люди идут, видят, что пищевая точка, то есть едят, и вот ему обязательно в этом месте нужно остановиться, высморкаться и плюнуть. То есть нет. И вот он видит, что точка, он видит ее и начинает в этом месте рычать. Сейчас два раза это вот за 5 минут произошло. Именно вот здесь. Может быть, у местных людей какой-то рефлекс. И еще я заметил, что Бангладеш и девушки, блин, не к столу это сказанное, они очень сильно отрыгивают. Для них это нормальное явление. То есть это не стыдно.
и отрыгнуть так, как будто ты газировки выпил. Литра 30. Сильно газированные причем. То есть это такой рев стоит. Даже несмотря на милую внешность. Эта еда стоила 40 рублей. В рублях это 40. Вот такая штука очень интересует. Алоэ. Тут продавца нет. А, вон продавцы есть. В этих точках. Она здесь продают, это не угощают. Ой, в смысле угощают, они не нарезают разово. Это, наверное, куском продается домой. С собой надо забирать. Ван. Спросила я у женщины, чтобы она ему объяснила. Позади пробка меня образуется. Как он там сполоснул в каком-то ведре. Туда-сюда рукой. Еще раз. Twenty сказали. 20 така. Это в мусорку выкидывается. Я уже понял, что я больше одной не съем. Ложки. У всех здесь зубы красные. Много курят. Вот дедушка две взял. Три. Вот это. Он про меня забыл просто. Дай, говорит, нормальную бумажку, а не рваную. Говорю, хватит. Я ему говорю, хватит, стоп. Он не хочет останавливаться. Опять. Нет, говорит. Сейчас, наверное, отдаст ее обратно. Нет, не отдал. О, нет, зачем это так? Это там что-то под ногами льется. Думаю, что тут капает. Какая вкуснятина. Да, муха. Процесс какой-то бесконечный. Я думаю, так сейчас туда еще приправ поднасыпят. Обязательно. Какие-то корни. Корни любви. Это что такое? Это что-то... Мед, что ли? Я что-то насыпал там. Да, сыпьте, все, все сыпьте. Все съедим. С разных бутылок. Это что такое? Это как будто... Кто-то машину сполоснул. Ой, блин. Что сейчас было? Что это такое, а?
Ёпта. Блять. Я прошу его мне глоточек просто. Все, ой, бля, что это такое, а? Я думаю, многие из вас просто даже не дотронулись до этого. Знаете, вот как... Когда верблюда видишь в пустыне, самца, и у него начинается гон, ну, похоже на эту тему. Мне реально страшно. Блин. Горько. Это вот на... похоже на соплю, я честно, я вам скажу. Это взбитые сопли. Ну, то есть, знаете, что это такое? No finish. Это когда у вас две недели бронхит, и вы не можете откашляться, и вот такой вот. Рядом что-то готовят. Ну вот это посъедобнее будет, мне кажется, чем то, что я сейчас ел. Поаппетитнее выглядит. И, скорее всего, какая-нибудь мамоса. Это тесто, внутри, наверное, пюре. Мы вот такое ели. Я не смог эти сладости есть, потому что, блин, ну это... Даже для меня это... Это, знаете, вот как будто тебе что-то вошло туда, и оно пытается выйти из тебя. Такой вот привкус у этого дела. Это что такое липкое? Короче, даже не могу описать. Это надо попробовать вам. Ну, кому-то это знакомо, мне так кажется. Это состояние во рту. Немного перца. При таком количестве поглощения имбиря все должны быть здоровые. Хотя здесь все здоровые. Ходишь по рынкам, и реально очень-очень много овощей. Блин, ну готовят вообще непонятно, что из этих овощей. Какие-то непонятные блюда. То есть рагу, винегретики, салатики, борщики. Огурцы как торпеды. Своеобразная еда здесь. Надо привыкать. В любой стране нужно привыкать. Но к алоэ, если это все, конечно, приготовить в других условиях, наверное, я привык бы. Но не вот в этом формате. Вот я когда увидел, что он добавляет из этих бутылок, вот само это уже тебя... Yes. Yes, of course. Пейте алоэ. Всегда смотрю в Инстаграме
бангладешские, индийские ролики, все так красиво, чистенько. Ну, почти всегда все красиво. Не всегда прям, конечно. Но, блин, здесь это немножко иначе. То есть вырезается все самое красивое. То, что находится под лавкой, это, конечно, ухух. Это мощная тема. Я так понимаю, здесь живут те, у кого нет документов, те, у кого проблемы с деньгами, малоимущие. Здесь люди радуются рису. Рису и чечевице. В принципе, больше ничего не надо. Рис, чечевица и приправа, все. Если чечевица есть, это уже, в принципе, хорошо. Это уже, можно сказать, круто даже. Я все-таки надеюсь попробовать что-то такое вкусное. Hello, my friend. Спит. Там, наверное, поезд едет. Так, нам, наверное, нужно перейти дальше. Идем искать уличную еду. Я думаю, надо детям отдать мелочь. Вот этим вот и отдам. На, ребенок, ребенок. На, мама, забери. Забери, забери. Он же не понимает просто. Так, где нам выйти? Вот здесь. Дал деньги. Быстро уходи отсюда. Когда сломалась рикша. Hello. Механизм, в принципе, не такой сложный. Подшипничек, длинная цепь, и причем она всегда у всех вытянутая. И вот такой дедушка, килограмм на 55, которому очень тяжело крутить. Помню, когда в Индии жил, возле нашего дома вот такие вот фрукты росли, хлебное дерево. Но здесь даже они не такие крупные. У нас были покрупнее, там до 20 килограмм, наверное, доходило. И вон человек спит рядом с фруктами. Вот женщина выковыривает эти самые косточки из этого фрукта. На что-то они пойдут, кроме мух. Начинается молитва. Началась, вернее, и тут же замолкла. Немножко свежей рыбы. Наверное, свежий запах уже не свежий, это я чувствую отсюда. Он не чувствует. Я чувствую, что здесь уже очень не свежее. Хотя глаза не мутные еще. Это местная какая-то болотная рыба. Рыбу мы есть не будем. Я стал как азиат всему свое время. Рыбу в такую жару нельзя есть. Лучше воды. Здесь какую-то подливку готовят. Папайя? А, папайя. Папайя, айс. Тукма, This? Тукма. Короче, какая-то тукма. Вот это я не понимаю, что такое. Тукма, папа, буси. How much? Блин, не будем пробовать. Не будем рисковать. Или рискнем. Give me one. Yes. Please. Самое главное, чтобы там не алоэ был. Какое-то склизкое, как алоэ, но холодное. Не могу понять, вот это что такое.
Не пойму, короче. Очень сладкая штука и все. Очень сладкая. Где-то вдали вкус папайи. И папайя такая здесь не особо свежая, потому что какие-то зародыши, а не папайя. Очень маленькая и уже в пятнышках. Забрал я этот напиток, а сейчас его где-нибудь надо выкинуть, ну, чтобы его не огорчать. Неудобно как-то было перед ним. Не очень, короче. Что такое склизкое, вот как тот самый алоэ. Нету, нету какой-то грации у этого напитка. Так себе он. Вот во рту до сих пор все это катается. Не успел я этот сок поставить, какой-то дядька его забрал сразу. Все зависит от того, как вы это поставите. Если вы это поставите на мусор, соответственно, это никто не возьмет. Если это тактично в чистенькое место, то возьмут. Всех снимем. И вас тоже снимем. И его. Зашел в помещение передохнуть. На улице 46 показывает. Не то, что камеру вытащить. Даже с телефона неохота снимать. Камеру просто берешь, по факту носишь ее постоянно с собой. Здесь невозможно снимать на профессиональную технику. Если ты где-то останавливаешься, сразу вокруг тебя толпа людей становится перед объективом, объясниться сложно. Поэтому никак не получается. Бургеры куриные. Чикен говорит. Просто курочка и булочка, и все. Соуса там нет никакого. Пока Денис рассматривал курочку, чикен-бургер, чувствую, кто-то в карман лезет. Резко повернулся, у него аж рука чуть не вылезла. Думаю, ушел с этого плотненького места. Надо стараться идти там, где поменьше людей. Там, где все туго, там и случаются всевозможные происшествия. Солнце покинуло город, поэтому выходим на поиски уличной еды. Так как много бананов продается, растет, соответственно, бананы везде, на каждом углу. Один банан стоит 4 рубля, в зависимости от размера. Если это крупный, то чуть подороже. Быстрый перекус. Какой-то запах пошел непонятный. Вернее, не очень приятный. Он понятный. Поймал себя на мысли, что очень часто слышу, как звучит азан, а не вижу никаких очередей возле мечети. Здесь, наверное, молятся больше дома. Потому что очень часто прохожу мечети, не вижу никаких больших толп народа. Какие-то корни. Так, это что такое у нас? Это цветок банана. Его как лук нарезают тонко. И приправами посыпают и едят. Как обыкновенный репчатый лук. Но все-таки предчувствие было, что я на правильном пути. Какие-то блинчики делают. Вот эти блинчики вкусные, да, я их ел. Там вентилятор дует очень сильно. Вчерашняя курочка осталась.
которую можно и подогреть. Но мы пойдем дальше. Здесь еда повторяется. Тоже курица. Или утром готовили, или вечером. Еще еда. Какие-то бусы. Ну, скорее всего, приправа. Здесь у всех одно и то же. Нет, у этих ребят соус есть моднявый. Наверное, мы где-то здесь и остановимся. Сейчас пройдем, посмотрим. Для тех, кто любит яйца отварные, подходите. Вам одно яйцо защищают с приправой. Вы его едите. Что-то непонятно. И строительный рынок, и еда все вместе. Видите, яйца варятся прям на улице. И мухи тоже вместе с ними. Еще какая-то уличная еда. Это мы ели, тамарин ели. Вот это вот непонятное что-то. Ну, все со специями, все овощи и фрукты со специями. Сок прямо с рук. Блин, ну вот просто перчатки бы одевали, и все, и вопрос вообще сразу же закрыт автоматически. То есть даже сказать нечего будет. Так, здесь у нас пирожки с пюре. Ну, начинки там как Филькина грамота. Очень мало. Наперсточек маленький кладет человек весы. Зеленые киви. Ой, киви, манго. Здесь тоже какие-то супы. Что-то были. Уван. Привет, дорогой. Блин. Я думаю... No spicy. Spicy? Spicy. This? It's called Italy pizza. Можно ван? Я деду говорю ван. Он меня не понял. А, вот здесь вот такие вот сковородочки. Потому что это мучное. И мука очень белая. Наверное, какая-то рисовая мука. А, здесь каждый сам все накладывает, я так понял. Вот так вот я себе сделал. Вот эти все начинки очень острые у него, очень острые. Can I help you? Can I help you? Yes. Нет, нет, no, no, thank you. Я не пойму, из чего это не мука. Это что-то рисовое. Это рисовая мука, скорее всего. Она очень плотная. Your Facebook page name? One second, okay? Это съедобно, но очень остро. Вот, здесь все начинки, которые есть, они острые до безумия. Я просто сейчас не показываю вам. Я начал весь истекать уже. Рядом еще одна точка. Мы такую ели, по-моему, штуку. Или не ели? Донатур.
Вообще вермишель какая-то. Я ел такую штуку. Вот этот перец. No problem. Я сам заплачу. Спайсы? Yes. Вот этот перец, он просто как халапеньо какой-то. Very spicy. Там по этой шкале перца он очень мощный. Ну это винегрет какой-то настоящий. Салат называется пуки-пуки. И тоже очень острый. Два последних блюда очень острые. И он меня угостил этим блюдом. Your name? I'm Roman. Роман. Roman, Roman. Roman. Это даже острее, чем то. Потому что здесь вот этот вот перец очень мощный. И до 10 часов вечера он это все продаст. И каждому он порционно нарезает перец. Ну, это съедобно. Это реально съедобно. Это лучшая в безденежье еда. Hello. Еще уличная еда. Hello. Chicken roll. Chicken roll. How much? 40, 20, 10. Короче, 10, 20, 30, 40. Так. Все зависит от размеров. Все-таки я решил попробовать эту штуку. Не будем грех на душу брать. Местный мне помогает. Мини-шаурма. Но, по-моему, она чуть-чуть прокисла. Only humidity. Вон. Все, я вот это пробую и все. Пельмень с картофельным пюре. Это не шаурма прокисла, это соус под закис. Он на жаре так как стоит, он видно немножко бродит уже. I know this food. Я попал, похоже, в плен. Please, friend, give me 500 rupees. Give you 500 rupees. Why? Please. Why? I have a problem. I have a problem. Человек, который меня угостил вот этой штучкой, в общем, повел меня. Сначала спросил у меня 500 рупий. Потом мне пришлось отключить телефон. Из-за того, что он схватил его рукой и держит. Ну, я знаю, что здесь телефон нужно держать очень плотно. То есть у меня специально в этот проулок завел. Хотел вырвать телефон. Просто я не дал ему этого сделать. Все. Ну, такие вот всевозможные левые знакомства, они ничего хорошего не предвещают. Еще раз, будьте бдительны. И последнее заведение, наверное, на сегодня, это чикен бриани. Вот так вот выглядит. Чикен ты наш бриани. Так, надо попить что-то взять. Холодное. 1-7 up. Вот такие вот друзья попадаются у нас.
One spoon. Sorry? Spoon. Spoon. Okay. Спрайты, фанты, колы, они не похожи на наши. Какие-то другие вкусы. А фанта здесь очень-очень сладкая, поэтому я стараюсь не брать никого. Ну и на улице продолжает не холодать. Вот так вот выглядит. Обязательно яйцо, никакой моркови, никаких приправ. Просто курица и рис. Это другой вариант чикен бриани. Просто отварной рис и курица. И курица. Все. Отварной рис и курица. Как обычная столовая. Гвоздичка попалась. Здесь, наверное, плюс 70. Единственное, что меня не радует, это то, что очень часто приходится разочаровываться в людях. Ну, а так все отлично. Всем пока!